Приветствую всех зрителей очередного выпуска программы «Про дороги». Сегодня мы поговорим с вами о мотосообществе города Томска. В прошлую субботу было открытие мотосезона. Надо сказать, на само открытие с погодой сильно повезло, чего не скажешь о сегодняшней погоде, да и в принципе на протяжении всей недели. Приходится бдительно следить за прогнозом и ловить вот подобные солнечные деньки, чтобы выехать и покататься. А как прошло само открытие, смотрите далее. Ждал месяца 8. То есть вот наконец-то эта зима прошла. Наконец-то настал май месяц. Теплый, хороший. Четыре сезона, которые я езжу на мотоцикле, сегодня самый лучший день из всех предыдущих лет. Такая жара мы не ожидали, собственно говоря, поэтому мы наблюдаем здесь рекордное количество и мотоциклов, я думаю, что больше 300. По традиции открывает мотосезон томские двухколесные проездом организованные колонны по улицам города. В этом году количество мотоциклов по-настоящему внушало. Более 300 байков. Конечно, без внимания со стороны автолюбителей это событие не осталось, потому что для проезда колонны движение частично пришлось перекрывать. Не обошлось и без происшествий. После проезда мотоциклисты дружным строем прибыли на нижнюю площадку лагерного сада. Кстати, этот проезд делается не ради показухи, а для того, чтобы автолюбители города увидели, что двухколесные выехали на дороге и имели это в виду. Сейчас ненадолго отвлечемся, обращаемся к автомобилистам города Томска. Понятно, что у многих выезд двухколесных на дороге особой радости не вызовет. Однако с этим придется смириться, потому что живете вы все-таки в городе. Так вот, кроме езды в междуряде, автомобилистов, как правило, раздражает громкий выхлоп мотоцикла. И поверьте, делается это совсем не ради понта, это делается для безопасности, потому что увидеть приближающийся мотоцикл в потоке практически нереально. Так вот, если вы услышали характерный рев, просто не делайте ничего, не сбавляйте скорость, не ускоряйтесь, не меняйте полосы, и, скорее всего, это вам поможет избежать ДТП с мотоциклом. С каждым годом ряды мотоциклистов пополняются новоиспеченными ездунами. Поэтому мы попросили опытных байкеров дать несколько советов по выбору первого транспорта. Среди мотосообщества бытует мнение, что для новичка нужно сразу брать литр. Действительно, есть такая теория, что для того, чтобы хорошо научиться ездить на мотоцикле, необходимо, чтобы мотоцикл был довольно мощный, чтобы понимать его, там, а не крутить мотор там, и так далее. Ну, то есть там есть такая теория, как бы, там, связана с объемом, с крутящим моментом и так далее. Но по факту объемные мотоциклы дают очень огромную динамику, с которой не каждый готов справляться, поэтому, ну, на самом деле, я бы рекомендовал начинать с чего-то малого. Мопеды, маленькие мотоциклы, 125 кубиков, вождение, управление на малых скоростях, умение реагировать в экстренных ситуациях, уходить от столкновений, вот, ну, холодный рассудок, то есть это постепенно накапливается. А ну, большой возьмешь. Кого-то только удивлять, кого ты удивишь. Удивишь, когда тебя понесут, вот тогда удивишь. Ну, я все-таки начал тоже с детства с наших советских мотоциклов. Потом на японца пересел я именно на 400 кубов. И считаю, что все-таки этот более правильный вариант, ну, постепенно идти к кубатуре большой. Потому что нужно уметь пользоваться органами управления. Это как не как машина, да, где газ-тормоз вроде бы и, ну, все-таки в обывательской части это проще гораздо, чем для даже мотоцикла. Потому что мотоцикл можно купить спортивный, достаточно дешево. Банально не уметь им пользоваться. И первый же там столб, не знаю, поворот там. Поэтому лучше начинать с малого. Первый мотоцикл должен быть мопедом. Покупая литровый двигатель, мотоцикл с литровым двигателем, это можно сказать, да не можно сказать, это уже самоубийство. Это выстрел в голову. Когда мы сами двигаемся по городу, молодые мотоциклисты, они, как правило, стараются двигаться либо своей кучкой, либо двигаться с опытными байкерами. И зачастую, как бы, ну, видно, что
не хватает какого-то мастерства, там, так как мы на опасных транспортных средствах, не хватает мышления на два шага вперед, как бы. Мы сами тогда в таких случаях останавливаемся, делаем разъяснительную беседу, как бы, ну, если человек, разумеется, на нее настроен. Как правило, если человек не хочет ничего слушать, перенимать какой-то опыт, ну, там уже никто ему не поможет, пока, как бы, не накажет его дорога самостоятельно. Многие уже, конечно, что обидно, что уже некоторые побуцкались, соответственно, вот. Но это, как правило, не клубные, это такие сами по себе купил моцик, и я умный байкер, я самый сильный, я самый ловкий, и, ну, соответственно, ни навыков, ничего нет. Вот. А, ну, более здравые, кто уже пообщался, поездил, то есть уже привык к дороге, к мотоциклам, к людям, то есть они ведут себя вообще нормально, достойно. Как известно, мотоциклы делятся на несколько классов. Все они в Томском мотопарке представлены. Это и спорты, чопперы, дорожники, эндуро или кроссовые мотоциклы. Но самая малочисленная группа – это стантрайдеры. Их в Томске всего два. Как и многие советские ребята, с детства у бабушки в деревне на восходе, помню, было дело. А Леха, ну, не так давно. Третий год катаюсь, станцем занимаюсь первый. А как вообще пришли в эту конкретно стандрайдер? Посмотрели видео в интернете и заинтересовало. То есть, ну, начали пробовать. У меня чуть более такой тернистый путь был. Катался, как и многие, там на больших мотоциклах по городу, носился. Пока не повезло, так скажем, немного в аварию. Попал в аварию, не по своей вине, конечно, но... Тем не менее, тогда я понял, что надо как-то уходить с дорог общего пользования. У меня просто маленько уже другого класса мотоцикл, да, более мощный, 600-кубовый. И чтобы он был, ну, годный для площадки, очень-очень много переделок нужно. И произвести все эти переделки в городе уже, ну, делать нечего, да. Прям. Едет медленно, орёт только, да. Ну, некомфортно. Ехать можно, но вот как раз поэтому я только от гаража до площадки, с площадки до гаража доезжаю. Теперь про безопасность. Хотя в правилах и не говорится, что мотоциклист должен использовать экипировку, кроме шлема, опытный байкер настоятельно рекомендует не выезжать без полной защиты, тем более на спортбайке. Надо сказать, что культура вождения и поведение на дороге среди мотосообщества за последние несколько лет значительно возросла. Одна из причин – это появление мотобатальона в Томске. Три инспектора на довольно мощных мотоциклах Yamaha постоянно патрулируют город. Остаться незамеченным не получится. Особый упор в работе сотрудники делают на выявление нарушителей среди мопедистов, так как теперь для езды на любой мототехнике нужны права. Количество наездников в неадекватном состоянии на дорогах сократилось. В 2012 году на вооружении Томской госавтоинспекции появилась современная скоростная мототехника. Использование данной мототехники позволяет выявить и пресечь нарушения, которые допускают водители мотоциклов, скутеров, мопедов, трициклов и так далее. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции ежедневно осуществляется патрулирование улиц города, выявляются опасные участки, например, заторные ситуации, где возникли. Сотрудники госавтоинспекции прибывают на это место и осуществляют регулирование дорожного движения. Итак, на сегодня это все. Помните, что на дороге есть и другие транспортные средства, кроме автомобилей. Темы для программ присылайте нам, ссылки внизу экрана. Удачи на дорогах!
Пока.